Мощная поддержка. Владельцы солидных внедорожников приехали в Тогучинский детский дом с подарками и развлекательной программой. Клуб джиперов уже несколько лет помогает ребятам и воспитателям. Наша съемочная группа убедилась, в этой дружбе все по-взрослому. Так, вот это вот сейчас устанавливать, надо все одеваем. В этот раз пришлось брать прицеп, иначе бы не привезли линолеум для ремонта двух классов. В багажниках тоже нет места. С пустыми руками джиперы сюда не ездят. Материальная составляющая, она есть в каждой практически поездке, в каждом приезде. То есть мы, как всегда, нуждаемся во всем. И в канцеляриях, и в каких-то шампунях, и в мылах, и в щетках, и в расческах. То, что постоянно теряется, то, что очень быстро используется. Спортивный инвентарь здесь тоже в почете. Джиперы приезжают в детдом два раза в год, и соревнования обязательны при каждом визите. А летом еще и автопробег. Если снега нет, значит, мы на машинах ездим. Ездим по-настоящему, как у нас на соревнованиях, только без такого количества сложностей и грязи. Дети получают новые знания по владению навигацией, ориентации в пространстве. В том числе, может, они и географию изучают. Рев моторов у ворот детского дома ждут задолго до того, как машины появятся на горизонте. Ребята своими руками готовят подарки для гостей. А под вечер уже традиционные посиделки под шашлык. Так, народ, давайте к уголька гребанем. В следующий раз джиперы приедут сюда летом. Кто-то из воспитанников к тому времени уже покинет детдом и отправится во взрослую жизнь. Но дружба останется. Проверено временем и внедорожниками. Сергей Толмачев, Александр Ведерников. Новости ОТС.